январский переход из Арсенала обернулся для Алексиса Санчеса катастрофой. Чилиец стал самым высокооплачиваемым футболистом в новой команде – 690 тысяч евро, но забил всего один гол в 10 матчах, а кубковую игру с Брайтоном провел на скамейке. Еще больше тренерский штаб беспокоит положение Санчеса в команде. Алексис выглядит несчастливым, на тренировках занимается изолированно и питается в буфете отдельно от остальной команды, передает Daily Mail. Все выглядит так, будто Санчес не хочет находиться здесь. Он выглядит потерянным, то же самое было с Ди Марией, сказал Daily Mail источник в клубе. Занимает второе место в АПЛ, отставая на 16 очков от Сити. Санчес стал игроком «Дьяволов» зимой 2018 года в обмен на Генриха Мхитаряна. Ди Мария перешел в Нью в 2014 году за 75 миллионов евро, но провалился и спустя год был продан в ПСЖ за 63 миллиона евро. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.